него смотреть можно? Не знаю. Ой, я... Здравствуйте. Сам такой. Я могу вам свет включить, заходите. А где Мороша? Мороша вообще просто вот все фиолетовенько, да, Морош? Ну, ты сам захотел выйти сюда, выходи. Морош, скажи, если я делаю вид, что ничего не вижу, значит, ничего нет. Он сегодня мне очень много матерных слов сказал. Да? Мы еще не общались сегодня. И общались, я пыталась шерсть убрать с покрывала Морошкина. Ну да. Марсель. Мороша делает вид, что она вообще нет. Ладно, я пошла на кухню. Бесите? Прикинь, такой какой-то, как собака такой. Нюхает. Это Морошкин ходит. Мы над тобой смеемся, да. Потому что ты смешной. Я к своей кошеньке иду. Она, по-моему, вообще не понимает, что это кот или что это такое. С Бонифацием скажи, хоть все понятно, да? Ну, Бонифаций, он же он мужик. Да нет, он тоже лишён половых признаков. Молодец, Морошенька. Истинный мейн-кун. Ты все-таки решила посмотреть? Даже ему что-то говоришь? Где он там? У тебя, Морош, есть кубик, теперь будет еще треугольник. Или пирамидка. Пирамид-хэт. Ой. Это кто? Мороша. Ой, она так тоже убит? Да. Зевнула. Маршель, ты к гостях ход. Веди себя прилично. Морош, пойдем. Весь аппетит испортил. Вообще. Жрет что-то, но со мной не делится. Ладно, я буду баклажаны валять.
Я молчу вообще-то. Ходит тут. Да, Мароша, там стратегически важное место. Надо следить. Ага. Пойдем кофе пить. Плохо видно при таком освещении. Но ближе к ним нельзя подходить, они разбегутся. Я подходила. А, ну твой все равно не видит. Марсель, нельзя. Да так он тебя и послушает. Он знает фразу «нельзя». Он ее знает. Он сразу прекратил. Да ему не надо оттуда уходить, он не хочет. Конечно, загнала мне пацана в угол. Морожка, тебе не понравилось? Так я не знаю. Так-то мужик вроде ничего. Вынеску я ему мозг. А что-то там разбирает. Марсель, нельзя. Это Мароша был. И он замахнулся просто. Нельзя. Молодец, мальчик. Молодец. Ну, кто-то жутко очень звучит. Мароша. Чего у вас, мадам, он тоже с характером еще. Ну, она, да, она может вломить. Да, мы на ее территории, это тоже понятно. Да ничего, что я тут сижу. Ну, охренеть теперь. В круг разомкнулся, да? Иди сюда, мужики. Долбаный.